Центральный банк вынес на обсуждение проект постановления президента по повышению доступности микрофинансовых услуг. Предложено повысить максимальную сумму микрозаймов до 50 миллионов, микрокредитов до 300 миллионов, а микролизинга до 600 миллионов сумм. Кроме того, было предложено сократить срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии на осуществление деятельности микрокредитных организаций и ломбардов до 15 рабочих дней. Также отмечалось, что нужно разрешить иностранным микрокредитным организациям участвовать в уставном фонде действующих организаций и создавать новые на территории Узбекистана. С 1 августа предлагается внедрить предоставление организациям онлайн-кредитов, а физическим лицам проведение безопасного обмена данных и оценки кредитоспособности заемщика. Кредитные организации будут открывать центры розничных, в том числе микрофинансовых услуг. Кредиты будут выдаваться в безналичной форме. Вместе с тем, для того, чтобы компании и население не оказались в долгах, предлагается запретить выдачу физическим лицам микрозаймов с процентной ставкой свыше 50% в годовом исчислении. В случаях превышения срока займа 15 дней или суммы займа 2 миллионов сумм, либо процентной ставки более чем 0,3% в день. Оказание микрофинансовых услуг физическому лицу в объемах, превышающих 40% его ежемесячного дохода.